Столичный Борис потерпел 7-е подряд поражение в континентальной хоккейной лиге. На этот раз астанчане уступили магнитогорскому «Металлургу» 3-4. Матч прошел в столице Казахстана. Заброшенными шайбами в составе хозяев первым отметился Линден Вэй. Канадский нападающий открыл счет на 50-й секунде встречи. После 4 пропущенных уже в середине третьего периода голы оформили Артем Лиходников и Талгат Джайлаов. Восстановить равновесие казахстанцам так и не удалось. Следующий матч Борис проведет также в родных стенах. 5 декабря соперником станет Челябинский «Трактор». В таких матчах нужно все-таки на пятаке играть более расторопнее. Вот. Ну, а так, в целом, моменты, которые мы создавали, могли сравнять в конце, пару моментов было, особенно когда выходили там 2-1. Вот. Ну, моменты, которые создаем, нам тяжелее даются, чем моменты нашего ворота, и мы быстро пропускаем. Вот, нужно этот баланс как-то, чтобы он перешел в забитые шайбы, и вот эти вот, которые шайбы пропускаем, их меньше стало. Был опять очередной очень хороший тест против серьезного соперника. Доволен, как ребята выполнили установку на игру. Доволен тем, как оборонялись, как помогли Василию выиграть этот матч. Так что, ну, конечно, были ошибки, есть над чем работать, но все это поправимо.